Свердловская область. Кириллу
13 лет. 4 года занимается боксом, имеет второй юношеский разряд, провел 36 боев, 31 из которых одержал победу. Счет боям не ведет. Кирилл – финалист первенства Свердловской области 2013 года. Тренируется под руководством Владимира Серова. Данным соревнованием подготовил Владимир Серов. А в этом бою победу одержал Шаманский Тюм.